Юху! Всем привет! С вами игра Night Terror Zombie, да? А, Zombie Night Terror. И погнали! Бейте всех людей. Стойте, почему? Тут, секунду. Вот андеграунд. Походу это разные этапы. Хорошо. Ломись. Вперед, вперед, ребята, вперед. Вперед. Это видно обучение как раз специально сделано для такого случая. В смысле, а чё они не подошли-то? Что-то я не понял, а чё они так сделали? Жахай. Бум. Ну это ушел. Все, да, а теперь он типа через метро. Да, вот это вот я пройти не смог, но я там более-менее пострелял, что делать? Кажется, до меня доперло. Двоих жёг, ужас. Бум. Давай ты наверх. Туда только одного надо пустить. Опа. Черт, два уже не выдержит. Так, это хорошо. Только двоих надо было пустить, было вообще без проблем. Опа. Черт. Ай, блин. Сгори, чтобы не умирать. Так, они сейчас дойдут сюда. Пожрите его. Мне нужно как-то сюда жахнуть. Пошли все вон. Какого я профуг? Ай, забыл. Забыл. Косяк. А думал, все грамотно рассчитал, да? Давай, бум. Туды. Давай так. Раз, два. Жрите, жрите. Так, тебя должны тоже пробить. И двоих должно быть достаточно, чтобы не сломать этого. А черт. О, грамотно. Нет. Кажется, тебе было зацепить, да? Все, эти все прошли. Это хорошо. Так, все остальные туда. Это мы сможем взять, взорвав. Mm.
Ну и вот это надо подорвать. Так, а назад? А, не то сделал, не то. Бум! Что, не взрывается эта дверь? Странно, я думал взорвется. Ребята, отходите. А тут сам разберусь. Красиво. Так, эта дверь почему-то не взрывается. Так, ты сейчас его сожрешь. И надо как-то подорвать одновременно и тут, и тут. Да, ладно. Дай, опа. Ту сторону. А, блин, плохо сделал. Плохо. Да. Не продумал. Надо было еще ее зацепить. Давай, догорай. Или надо было все-таки более крутой взрыв сделать. Ну ладно, чувак, ты пока не догорай. Ну, вниз тоже каким-то макаром надо нам подорвать. Нет. Надо как-то жахнуть красиво. Давай тут. Собаки, а? Надо прям рассчитать все. Угу. Давай, бум. Жри, молодец. Бум. Е-е-е. И теперь можно его подорвать. Красивый вообще разметало. Фух, все, да. Еще один единственный вариант, это как-то вот тут взорвать, я видел. Бум. Да, вот так вот. Чтобы он упал и не разбился. Нет, все равно разбивается. Ладно. Каким макаром их... Я видел, как их заразили. Фух, ладно. Испытание Бонни в метро не пройдено. Ну, да и в топку. Тут некоторые испытания очень сложные. Эй, босс, там у входа Мигель. Нам еще клиенты... Нас еще клиенты нашли. Скажи им, деньги не возвращаем. У нас лучшая дурь в городе. Не нравится их проблема. Избавься от них и до меня... А до того меня не беспокой. Я за что тебе плачу? Так. Отнесите зомби к наркоману. Испытание «Прощай оружие». Убейте всех стрелков. Каким макаром? А, понял. Ладно, давайте заново. Туда. Черт. Да, не очень хорошо это вышло.
Ребята, туда, туда, туда. Черт. Как сюда достать? Неизвестно. Что? Черт, слишком много. Что, игра сложнее становится с каждым разом? Ням-ням-ням-ням-ням. Так, где тут стрелок еще один? Так, ну сейчас мы туда зайдем. Это мы забрали, у нас еще один шприц. И тут два стрелка, но одного мы уберем. Это не страшно. Ща красиво будет. Мимо. Ах, ты ж собака. Бум. Бум. Ай-яй-яй. Хорошо. Мина. Держишь любую клавишу, чтобы пропустить. Пора поджарить гнилое мясо. Как вам приготовленная ваша плоть, мистер зомби? Средний прожар. Сейчас. Хватит жать, приведите химика. Он полную хрень теперь варит. Если и дальше будет убивать моих клиентов, то все будет плохо. А я за нее хорошо заплатил. О, пройдено. Открыто. Что значит мозг, интересно? Так, время засекло. Удержишь любую клавишу, да. Понятно, надо подорвать. И писающий мальчик, что это такое? О, сатанист такой. У них происходит 6-6-6-9. Бум! Я так рада, что все мы здесь сегодня собрались только на кладбище, и я чувствую себя живым. У меня черная кошка, принесем ей в жертву ее. Я нарисую пентаграмму и зажгу свечи. Что это такое? А с вами Эйприл Фокс здесь. В центре эпидемии случилось ужасно. Те, кто решил, что спасется от зомби, забравшись повыше, оказались неправы. Похоже, что новая мутация дала этим чудовищам способность к прыжкам. Когда же закончится безумие? С вами Эйприл Фокс. Ага. Давай, подходи поближе. Первым делом тебя надо будет подорвать, да? Бум! А чё ты не очухался? Блин, а вот прыжки отстой. Чё за... У меня прыжка не хватает тупо. Да как так-то? А, первый зашел. Ну это капец сложно. Бум, бум, бум. Алло, здрасте. Куда вы? Бум.
Так, убейте 16 человек, прячущихся на кладбище. Это низкий ритуал. Ох, фига себе. Грызи его! Грызи! Грызи всех! А, наверное, все-таки он может прыгать. Снизу кто-то есть. Черт! Какого черта мне делать? Как с ним справиться? Вы че? Жесть. Да нереал, вы че? Как? Это как сделать-то? Вы че? Ладно, вниз мне идти рано. Вниз мы придем в конце, я так понимаю. Блинк. 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 Разбился. Стоп. Блинк. 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 Черт. Блинк. 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 Что за происходит? Черт, а ты кто такой отстал? Блинк, блинк. Блин, прям как будто я в лемминга играю. Опа, стой. Зажигайся, все равно тебя убьют. А мне любые войска привет. Блинк. Так, стопэ. Так, что мы имеем? Какой-то чувак... С чем? С дробашом, наверное, да? И здесь куча людей. Аба! Почему его не сожрал? Вы будете его есть? Молодцы. Тихо-тихо, блин. Можно было взять, да? Бум. Стой. Ломи сюда. Куда вы пошли? Все, давай, догрызай его. Жесть. Фух. Кто-то жив еще? Да, эти двое живы, но это ладно. Это было сложно. Осталось зомби 17. Сатанинский ритуал. Да не могу я всех убить, это нереал. Ага. Сами Эйприл Фокс, аналитик, подтвердили, что зомби демонстрируют неожиданно высокую степень организованности. И изначально считалось, что зомби не способны к процессам познания, но теперь стало ясно, что некоторые властелины могут объединить свои усилия, чтобы распространять эпидемию желаемой им скоростью. Волны чудовищ продолжают свое нашествие, заставляя людей задуматься, закончит ли это когда-нибудь или нет. С вами Эйприл Анил. Так, и что дальше? Допустим, давай вот так вот.
Фига себе. Это забавно. Вперед! Давно у нас тут никого не было. Офигеть, взрыв, это какая-то скорость, может. Блин, это жесть так планировать, вы чё? Забавно. То есть это до сих пор еще проходит обучение. Это поджечь, заразить и убить. Убейте 18 человек. Сколько зомби? Один, да? Прик. Уф-уф-уф, как это будет неудобно. Плик. Так. Мне нужно убить и налево, и направо. Покажи тут всех, давай, оп. Оп. Да ты не ори. Так, а что мне делать тут дальше? Дайте подумать. Мне налево нужен максимум один. А отсюда нужен прыгучий, скорее всего. Что вниз я больше никак не попаду. Нет, один нужен. Блин. Пока гуляйте там. Сейчас я разберусь, что тут делать. Все, давай. А ты будешь у нас пока. Пока они там гуляют, ты тут займешься разбором полетов. Опа. Хе-хе-хе. Зомби? Кто такой? Опа. Хм. Это я не ожидал. Ладно. Там с оружием чувак был. Пока все туда. По идее, я тут дверь... А, взорвать не могу, да? Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Все плохо. А как? Как же это было сделать? Вот в чем вопрос. Если я поджечь не могу. Интересно, если они будут прыгать на одном и том же месте, это их убьет или нет? Бунь. Давай, топ. Здесь вот этот дробаш с пистолетом там. Их надо как-то подорвать. А подорвать я его не могу. Дайте подумаю. Большую толпу я не осилю. Классно. Грызи их за ноги. Так, 7. Так, ты уходишь. Да,
не отдавать. Ты туда. Ты прыжок. Туда. Но ты тоже прыжок. Вперед, ребята, вперед. Так, ты сгори. Другую сторону. Кто-то сиганул. Ням-ням-ням-ням. Как же вас много. Нет, мы их трогать не будем. Мы не справимся сейчас. У нас нет подрыва, надо оценивать силы. Какой черт ты там застрял? Ладно. Если был подрыв... Если бы был подрыв... Блин, не хватит всех прыгивать. Только назад дуй. Куда дуй? Так, угу. Теперь, если мы хорошенько рассчитаем силу прыжка. Давай, жри их. Мы сможем подорвать их потом. По крайней мере, одного. Так, ты выгори. С этим я пока не знаю, что делать. Как-то надо, чтобы они вниз упали. Бум. Черт, 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 черт. Они упадут совсем? Нет. Фух. А черт. Так, что нам делать? Давай ты. Нет. Отмени. Ты. Пока сделай прыжок вниз. А ты сделай прыжок туда. Пин-п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 ин. Пин-пин-пин-пин-пин. Десант пошел прям. А, классно. Мы можем, конечно, еще кого-нибудь добить, но нафиг нам это надо. Жри его, жри. Вот отстой. Можно закончить, а можно еще поиграться. Давайте, все назад. Все ксеносы чертовы. Как вы еще там замуровались? Так, последнего... На-на. Так, теперь вот этого. Черт. А, черт, расчет плохой. А сейчас об стенку, да, разобьются? Просто проверяю траекторию. Надо. Да. Класс. Ну, хоть закончить нужно. Не всех убил, ничего поделать. Кого осилил?
Так. А, ученый прятс. Ох, фига себе, задавили того. А, вот ты где. Машина, живо. Вам места нет, надеюсь, вы быстро бегаете. Жди давай. А, жми давай. Так-то легко они делают их. Что это такое? Так, ну... Поймайте олухи. А, ну поймите олухи. Говорят, именно эти слова... именно эти слова стали последними для знаменитого спортсмена Б. Джонни Льюса. Джонсон дразнил медленно идущую орду зомби своей знаменитой быстротой. Но теперь... Спринтер, судя по всему, встретил равного себе. Теперь его мировой рекорд побит неизвестным зомби, известной новой мутацией, дающей нечеловеческую быстроту. Мы выражаем соболезнования в его семье. Апу. Фига себе. Тут за нами голодающие. Где машина? Я жду дальше, через 2 минуты. Вас не будет, если через 2 минуты вас не будет, я сваливаю, тут жарко. Так. Давайте, ускориться надо. Так, убейте бандита, пока они не добрались до машины. Опа, минус. А чё? Я думал, успею. Ломай. Так, где они там бегут? Вы издеваетесь, как это добегу быстрее их? Походу, мне надо ускоряться каким-то макаром. Давай еще раз, ап, ап. Ты беги. Так, мне нужна... Взрыв тоже нужен. Это нереал, вы чё? Черт, 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 беги, беги. Надо прыгать, да? Это же нереал, вы чё? Каким макаром я это сделаю? Это ж кобздец, вы чё? Зомби 2. Черт. Давай, лупи, лупи. Четыре зомби, где остальные?
Пати, давайте, давайте. Блин, они так быстро уходят. У меня ровно 2 минуты, да? Зомби-ниндзя, блин. В смысле, а чё у вас такой запал-то короткий? Давай, давай, оп. Двоих хватит. Черт. Все, давайте. Кто-нибудь из вас бегите. Вниз или вверх? О, вниз. Нет, вниз нельзя. Фак. А чего вас так много-то? Что за... Ты серьезно? Пей! Слишком высоко, да? Давайте, давайте, давайте. Да блин! Как так-то? Я ж почти рядом был. Полезю быстрее, чем за минуту 20. Ха! Ха! Черт, один остался. Давай, давай. Черт, почему нет? Какого черта? Черт, не то, не то. Так. Давай, давай, давай. Где он там уже? Блин, надо заново начинать. Так, давай. Опа. А как так-то? Даже успевал. Жесть, что за фигня? Я же успевал раньше. Вы издеваетесь.
Я не понял, каким макаром. Давай, давай, давай. Есть! Собаки! Зажали вас, а? Фух, это было просто жесть. Знаешь, я люблю твою работу. Ты натуральный художник, я в этом разбираюсь. Да, я сам художник, если так посмотреть. Я понимаю, что не все художники разбираются в бизнесе. Но кое-что может понять любой. Не надо, мать твою, убивать своих клиентов. Прошу прощения. Я не хочу, чтобы мне мешали, пока я буду делать из тебя абстракцию. Жесть. Это, а ну вернись. Так, пройдите уровень быстрее, чем за 2 минуты. Так, с вами Эйприл Фокс, я хочу сделать личное заявление. Мой звукотехник, к сожалению, погиб, я ищу человек, ему на замену, желательно сильного и умеющего обращаться с дробовиком. И все же, несмотря на неудачу, новости должны выходить, даже если все кажется безнадежным. Ранее мы наблюдали лишь отдельных быстрых зомби, теперь же, судя по всему, властелины учат бегать всю орду. Так, первый властелин туда. Давайте, ребята, вперед! Давай, 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 все ломай. Чтоб не вылазили, правильно? Где этот босяра? Вперед, ребята, вперед, 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 да. Бум. Бум. Натина. Где ты там? Так, хватит бегать. Все, наконец-то подорвали эту главу мафии. Еее. Ну и ладно.
Потише, сэр, куда вы так бежите? Да, ты куда так бежишь, хиппи? О, прости, я просто убегаю от орды зомби, ничего особенного. Странная прическа. Видение про зомби, что скажешь, сержант? Парень явно виновен. Что прическа-то? Это же натуральная дискриминация. Кастер, начинай личный досмотр, ладно? Бинго, сержант, посмотрите, у него наркота из жопы лезет, буквально. Поздравляю, сэр, вы только что выиграли билет в нашу тюрьму. Ух, нифига себе. Что тут у нас? Девушка из колледжа, чуть старше 20 лет. Пятый размер, розовые трусики. Можно без этого? Ее закусал до смерти какой-то псих-извращенец. Начал с пальцев ног, потом поднялся выше по ноге, потом... Бежим, доктор! Сраные черты, Лив, быстрее, быстрее, быстрее. О, какой-то охотник, видно, мутация в монстра. Ну, это обучение, это мы посмотрим, скорее всего, уже в следующей серии, так что... Всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока!